Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net, Unit 3, секция 5, упражнение 103. Complete the text. Завершите текст. Use. Используйте. Tired. Уставший. Take. Брать. Listen. Слушать. Decided. Решил. Said. Сказал. Left. Оставил. Afraid. Испугаться. Wanted. Хотел. Thought. Думал. Liked. Нравилось. Окей, обратите внимание, что слова, которые мы вставили в текст, я выделила фиолетовым цветом, а в переводе выделила зеленым цветом. Прочитаем данный текст и прочитаем затем перевод. Percy was a little boy. He never wanted to go to sleep on time. He liked to sit near a fireplace and listen to fairy tales his mother told. Percy always thought that it was too early to sleep. His mother was tired from arguing every day, and she left him sitting alone by the fire. She said that the old fairy would come and take him because he didn't listen to his mother. But Percy wasn't afraid of old fairies. He decided to stay alone near the fireplace. Percy был маленьким мальчиком. Он никогда не хотел ложиться спать вовремя. Он любил сидеть у камина и слушал сказки, которые рассказывала его мать. Перси всегда считал, что было слишком рано ложиться спать. Его мама устала от ежедневных споров, и она оставила его сидеть одного у камина. Она сказала ему, что старая фея придет и заберет его, потому что он не слушает мать. Но Перси не боялся старой феи. Он решил остаться один у камина. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.